Привет, ребята. Привет, привет всем. Здорово всем. Доброе утро. У кого утро, у кого вечер. У кого ночь. Так, двигаемся, ребята, на маленькие съемки делать. Ехал на МАЗе. Газоблоки возят. Решил помаленьку снимать чуть-чуть. Показывайте. Потому что ролик давно не был у нас на канале. Так как у нас зима сейчас. Где-то заезжать. Потом как-то надо будет заезжать. Наших услугах, то есть садоводство не убрано снег, ездить невозможно, где-то буксует, где-то проваливается машина. Вот сейчас вот смотрите, сколько снега у нас. Вчера был плюс один, сегодня прохладно, чем вчера был. Ну, не сильный мороз, не сильно холодно. База, база, база. Вот и. Ребята, вот грузимся уже. Сейчас забрали, сейчас два еще заберем и на выгрузку. Восемь забираем. Восемь поддонов. Так, 8 поддонов забираем, ребята. Сейчас 2 осталось. Грузизна. Потом будем забирать 10 штук. Третий ход. Холодно. У нас очень холодно. Ну как холодно, как бы. Просто ветерок какой-то. Приехали на выгрузку, сейчас будем разгружать. 10 поддонов у нас газоблок. Открываем установку. В магазине еще 8 поддонов осталось. Ну,
где-то метр сидит. Метр сидит. Ребят, сейчас остался последний рейс. Также по 8 поддонов будут грузить. Я остался здесь на базе. Сейчас двигаемся. Эти газоблоки сейчас. Там станем. Я специально остался здесь, потому что хочу с дроном снимать. Буду пробовать делать красивые кадры с дроном. Посмотрим, что у нас получится.
Ребята, все закончили. Еду домой ремонтировать ролики. Двигаемся. Ой, холодно. Похолодало уже, ветер такой. С дроном делаю красивые кадры. Вот здесь уже мне понравилось, как он снимает, потому что я мог использовать все приложения вокруг объекта, ракета, ну и много чего. Вот и все. Сейчас двигаюсь, буду заниматься. Где-то 2-2,5 часа точно буду мучиться с роликом, потому что всегда так долго. Не так уж быстро получается это все. Так что следите, подписывайтесь на канал. Где-то минут 20 я летал. У меня там еще 20% зарядка остался, но я его уже посадил, потому что ветер поднялся, ну справился вообще четко. Против ветера летал, против этот, ну, то есть нет никаких проблем. Сейчас камеру переверну, покажу нашу рощину. Вот и рощина. Ладно, ребята, до встречи, увидимся на следующем ролике. Всем удачи, всем хорошего дня. Желаю всем всего самого лучшего. До встречи.